Спасибо, это понятно, мы снова говорим об обществе, о ребенке, который смотрит на рыбок, на джипе, вы говорили о зарплатах, можем ли мы все зарабатывать одно и то же, и талантливый актер должен ли получать больше, чем посредственный актер, как создать ощущение равноправия? Пожалуйста, Саша. Государственный механизм — это как тело. В теле есть такие органы, более важные и менее важные. Есть мозг, который принимает решения, есть руки, есть печень, есть легкие, которые работают вместе с ним. Он принимает решения, и весь механизм работает хорошо, если мозг работает хорошо. И, соответственно, этому каждый орган получает материал для того, чтобы действовать оптимальным образом. Также и в государстве. Если каждый орган, если каждая клетка тела будет чувствовать, что она клетка этого тела и зависит от него, и важно, чтобы тело работало как следует, она должна ощущать это тело. И если эта клетка не чувствует тело, а чувствует лишь себя, то эта клетка заблуждается, и заблуждается очень сильно. Теперь то, что относительно меня, так не принято говорить, но я получаю 8 тысяч шекелей за все спектакли. Мы начали работать, когда мы не знали иврит, мы работали ночами, мы перешли на иврит. Мы работали очень тяжело, мы создали театр, у меня есть 4 детей, сыновья, чтобы они были здоровы. То есть мы должны считаться со всеми, заботиться о каждом, потому что и на этом строится здоровое, справедливое государство для каждого из нас. Нужно чуть задуматься, прежде чем говорить.